Некоторые считают, что семена гораздо полезнее остальных частей растений. С этим сложно поспорить, если вспомнить, что из крошечного семечка можно вырастить целое дерево, что означает, что оно обладает огромной силой и мощью. Сегодня мы хотим рассказать о чудодейственных свойствах семян тыквы и поделиться рецептом приготовления одного целебного средства. В лечебных целях тыквенные семечки используются уже много тысяч лет. Еще наши предки знали об их уникальных свойствах. Дело в том, что этот продукт содержит витамины А, Е, К, С, группы В, кальций, железо, фосфор, натрий, калий, магний, марганец, цинк, селен, медь, клетчатку и эфирные масла. Эти семена способствуют выработке тестостерона, нормализуют работу сердечно-сосудистой системы, повышают либидо, отлично выводят из организма паразитов, помогают от укачивания, снимают приступы токсикоза, предотвращают развитие онкологических заболеваний, защищают печень, благотворно действуют на кожу и ускоряют заживление ран. Итак, чтобы сделать уникальный напиток, 5 столовых ложек сырых тыквенных семечек заливаем стаканом кипяченой или фильтрованной воды и хорошо перебиваем блендером. У нас должна получиться белая пенистая жидкость, напоминающая молоко. Такое средство необходимо принимать по 100 мл 2 раза в день, утром и вечером.